Может быть, мне легче станет. Станет легче мне. Может, все-таки устанет боль моя во мне. Эта боль с малолетства все не устает. И никто от этой боли средства не найдет. Они как вот камни, драгоценные камни на небе, вот эти вот все те, кто вот, ну, просто ушел из жизни и не смог сделать то, что должны были доделать для нашего народа. Это сказочно талантливые люди. Это не те, кто сегодня сидит в кабинетах, у которых 10 секретарей, 10 дверей и стопки непрочитанных заявлений, писем, бумаг. Они делали все сами. Они сами читали, сами встречались, сами ездили. Это люди, которые знали не один язык. Музей манашын улган хан сарай музейин олмасайды, шыны музей олмазайды, белкимда ос хан сарайында нетерелер парча нетеп иште бозлур эди белким. Усейн Баданинский хада улечох иш япхан адам мен да билмейм, рас келмедим. Меденийетимиздин тараптан пек балабан потенциал бар. У потенциалын ачылмага башлаганда, улы бир фикирлер, ишлер япылы башлаганда, эпсіні өлдірділер. Біз белким дамынашын бу вазиетте олғанымыз, у вақыт біле кесіп, ну, нас айтайым, бу мозговой центр, демейм үлкін мұна бу, бүтін адамлары. Уларын ёх еткен сон, біз чох йыллар үлі жай тарафтан жайлік чох чарах бізде пек язық.